Хорошие новости из столицы. Губернатор Павел Коньков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Дмитрия Казака. В 2018-м Ивановская область получит дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1,9 миллиарда больше, чем в году текущем. С 1 января 2018 года в России начнет действовать программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Регионы будут гасить долг постепенно, в первые годы на максимально льготных условиях. У нас общее количество их 6,6 миллиарда. И если бы не было реструктуризации, то мы в 2018 году должны были заплатить 2,5 миллиарда. А придется нам платить реально порядка 350 миллионов рублей. Это как бы дает дополнительно бюджету вместе около 4 миллиардов рублей. И хотя как бы для шикования особых нет оснований, но все-таки ряд вопросов нам социальных удастся порешать.